Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио кармандар, республикалык штабтын пресс-борборунда авариялык абалдагы мектептерди, эски ооруканаларды оңдоо, жаңы социалдык объекттердин курулушу тууралуу брифингди баштайбыз. Бул боюнча силерге Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Кокочаров Урматбек Курманбекович маалымат берет. Анда эмесе, Урматбек Курманбекович, сөз сизде. Саламатсыздарбы? Республикалык бюджеттин эсебинен курулуп жаткан социалдык маданий багыттагы объектлердин курулушу тууралуу маалымат берип кетсек, 2020 жылга карата капиталдык салымдар беренеси боюнча жалпысынан 1,117,700,000 сом акча каражаты каралган. Анын ичинен 129 социалдык объектлердин курулушуна 695,043,000 таза суу менен камсыздоо объектлерине 200,000,000 сом, 12 капиталдык оңдоо түзөө объектлерине 30,500,000 сом, социалдык объектлердин долбоорлоо иштерине 5,000,000 сом, жана бирдиктүү депозиттик эсептен курулуп жаткан 3 мектепке 110,900,000 сом. Андан сырткары өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарындагы объектлерге 76,200,000 сом акча каражат каралган. Бүгүнкү күнгө чейин каржылоо 909,500,000 сом каржылоо ачылды. Бул жалпы каржылоонун 81,14% түзөт. Билим берүү объектлери жөнүндө айта кетсек, бул бирдиктүү депозиттик эсептен 15 билим берүү объектлеринин курулуш иштери жүргүзүлүп жатат. 2020 жылга карата 3 объектиге 110,900,000 сом каражат ачылган, каржылоо 100% ачылды. Бул үч объекттин курулушу октябрь айына бүткөрүү пландарылды. Ал эми калган 12 объекттин курулушу 2021 жылдын апрель май айларына бүткөрүү пландаштырылууда. Жалпы быйылкы план боюнча 69 мектептин курулушу, кээ бир ок корпустары, кээ бир мектептер толугу менен бүткөрүлүп берилмекчи. Андан сырткары бир бала бакча, бир маданий объектиси, клуб, спорт залдар, спорт комплекс, 3 саламаттык сактоо объектлери 17, жана таза суу менен камсыздоо 16 объект. 16 объект 23 айылга жалпысынан 33,000 адамды таза суу менен камсыз кылынат. Андан сырткары авариялык акыбалда мектептер айта кетсек, 29 мектеп авариялык акыбалда мектептин тизмеси такталып алынган. Бул комиссия менен ведомстволор аралык. Ошо 29 объекттин 21 быйыл бүткөрүлмөкчү. Ал эми 8 мектептин курулушу башталат. Андан сырткары саламаттык сактоо объектлерине токтоло кетсек, саламаттык сактоо объектлерин 14 объект курулушу жана оңдоп түзөө жумуштары. 2 объекттин курулушу, бул Жалал Абад шаарындагы областтык оорукана, Кара Суу районундагы Чайча айылындагы оорукана. Булар республикалык бюджеттен каржыланып жатат. Калган объектлер, 12 объект региондорду өнүктүрүү жана социалдык өнөктөштүк фондунун эсебинен каржыланды. Бул Бишкек, Ош, Нарын шаарларындагы инфекциялык ооруканалардын курулушу жана республика боюнча 9 саламаттык сактоо объектлерин капиталдык оңдоо түзөө жумуштары каржыланууда. Фонд аркылуу 185,500,000 сом каржылоо келип түштү. Жумуштар толугу менен жүрүп жатат. Эми республикалык бюджеттен 21,000,000 сом 2 объектке түшкөн, курулуш иштери жүргүзүлүүдө. Бул объектлердин саламаттык сактоо объектлери 1 сентябрга 6 объект бүткөрүлөт. 2 объектибиз 3 сентябрга бүткөрүлөт. 1 объектибиз 5 сентябрга бүткөрүүнү пландап иштеп жатабыз. Ал эми республикалык бюджеттен каржыланып жаткан 2 саламаттык сактоо объектисинин бүткөрүү мөөнөтү ушу ноябрь айынын башында бүткөрөбүз. Бардыгы болуп республика боюнча 1,426 орунду ооруканалардын курулушу жана капиталдык оңдоп түзөө жумуштары бүткөрүлмөкчү. Жалпысынан айта кетсек, быйыл план боюнча каржылоо маселелери
чечилген, жана алдыда боло турган, алдыда келе турган каржылоо маселелер убагында келип турса, жалпысына 112 социалдык объектинин курулушу жана оң көптөзөө жумуштары бүткөрүлмөкчү. Рахмат. Урматбек Курманбекович, эми мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Относительно строительства и капитального ремонта объектов социально-культурного значения по республике. По сегодняшний день в плане финансирования предусмотрена сумма 1 миллиард 117 миллионов 700 тысяч, в том числе на строительство социальных объектов 129 объектов 695 миллионов, на 43 объекта водоснабжения 200 миллионов, на 12 объектов капитального ремонта 30 миллионов 500 тысяч, на проектирование социальных объектов 5 миллионов. Кроме этого, на строительство трех объектов, финансируемых из единого депозитного счета, 110 миллионов 900 тысяч. На объекты, находящиеся в приграничных территориях, имеющих особый статус, 76 миллионов 200 тысяч. По сегодняшнему состоянию Министерства финансов открыто финансирование 909 миллионов 500 тысяч. В процентном отношении составляет 81,4%. Из единого депозитного счета строится 15 объектов. Будет в этом году завершено в октябре 3 объекта. Финансирование полностью открыто, 100%, 110 миллионов 900 тысяч. По остальным 12 объектам идет продолжение строительства. Завершение их запланировано в апреле-мае 2021 года. Кроме этого, по объектам здравоохранения сейчас ведется работа в 14 объектах здравоохранения. Строительство двух объектов. Это строительство больницы в городе Джалабад и больницы в селе Чайчи-Карасуйского района Орской области финансируется из республиканского бюджета. Строительство трех экспериментальных инфекционных больниц в городах Бишкек, Ош, Нарын и капитальный ремонт 9 объектов по республике финансируется за счет средств Фонда социального партнерства. Развитие регионов. По всем объектам открыто финансирование, ведется строительно-монтажная работа. По сегодняшнему состоянию открыто финансирование на 206 миллионов 500 тысяч. Республиканский бюджет 21 миллион. Из фонда социального партнерства 185 миллионов 500 тысяч. 1 сентября будет завершено 6 объектов. 3 сентября 2 объекта. 1 объект 5 сентября. Строительство больниц в городе Джалабад и в селе Чайчи Карасуйского района запланировано в ноябре завершение. Таким образом, по республике завершится строительство и капитальный ремонт объектов здравоохранения на 1426 коек. Относительно аварийных школ по республике выделено 29 особо аварийных школ, из них 21 объект будет завершен в текущем году, 8 объектов строительства будет начато. Завершение запланировано в следующем, 2021 году. Так, 1 сентября текущего года запланировано завершение и сдача в эксплуатацию 11 школ. Это Чуйской области одна школа, учебный корпус, Баткенской области одна школа, учебный корпус. Джалабадская область одна школа полностью, Ошская область 4 школы полностью, 2 учебных корпуса, Таласская область одна школа полностью, 1 учебный корпус. На сегодняшний день Костроем завершено строительство и капитальный ремонт 8 объектов. 2 школы в Баткенской и Нарынской областях, детсад в Таласской области, Таласском районе, строительство 3 спорткомплексов, музей Атабей и пункт учета товаров Чонкапка Таласской области. Кроме этого, из Саудовского фонда развития финансируется строительство 27 школ. В этом году запланировано 4 объекта. В
При своевременном финансировании мы планируем завершить 112 объектов по республике. Из них 69 школ, детсад, объект культуры, 3 спортзала и спорткомплекс, объекты здравоохранения 17 и объекты водоснабжения 16 объектов. Это на 23 селах будет обеспечен водой 33 тысячи человек. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг про Центр Республиканского штаба. Вас проинформировал директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве Кыргызской Республики Кокочаров Урматбек Курманбекович. Спасибо за внимание.